Бернард пишет Эстер. У меня есть семья и дом. Я веду, и я сроду не был никем ведом. По утрам я гуляю с Джесс. По ночам я пью ром со льдом. Но когда я вижу тебя, я даже дышу с трудом. Бернард пишет Эстер. У меня возле дома пруд. Дети ходят туда купаться, но чаще врут, что купаться. Я видел все. Сингапур, Бейрут, от исландских фьордов до сомалийских руд. Но умру, если у меня тебя отберут. Бернард пишет. Доходы, финансы, аудит. Джип с водителем из колонок поет Эдит. Скидка 30% в любимом баре, но наливают всегда в кредит. А ты смотришь, и словно Бог мне в глаза глядит. Бернард пишет. Мне 48. Как и прочим светским плешивым львам. Я вспоминаю, кто я по визе, паспорту и правам. Ядерный могильник, водой затопленный котлован. Подчиненных, как кегли, считаю по головам. Но вот если слова — это тоже деньги, то ты мне не по словам. Моя девочка, ты красивая, словно банши. Ты пришла сказать мне, умрешь, но пока дыши. Только не пиши мне, Эстер. Пожалуйста, не пиши. Никакой ведь души не хватит. Усталой моей души.